Иначе игра движения поступательная вроде бы. Как Шон Бергенхайм. Сегодня неполноценная третья, может быть, даже четвертая тройка у Вашингтона. О, у Тампы. А Тампу сейчас разочаровывает Брукс Лайк. Шутили вашингтонские журналисты, что в прошлом матче он сделал хет-трик. Да, три удаления с разной трактовкой. И причем последнее удаление, по сути дела, похоронило шансы Capitals на то, чтобы вырвать победу в основное время. Но сейчас, смотрите, смотрите, что делает, во-первых, Мэтью Перро на пятачке, да, на спичечном коробке развернул сейчас Доминика Мура, тоже не зеленого пацана, да, части обороны собственных ворот. И отдал пас на Лайка. Тому только исполнить. Поднять шайбу, отправить ее над плечом Росса.